Всем привет! На обед у нас сегодня макарошки и сарделька. Я себе захотела сардельку в микроволновке. Я, короче, пополам ее разрезала, одну половинку приготовила в микроволновке. Мне нравится, она получается прям, ну, не знаю, такая сочная. И половинку отварила. Вот так мне захотелось. Зеленая тарелочка у нас. Огурчик, укропчик, лучок. Лук и укроп домашней сдачи. Михаил! Кого? Что посмотрела? Вот типа, это вазоня. А на карту они мне не приходили. Сейчас поедим. Угу. Посмотрим. Эти, видишь, как сделала? Угу. В микроволновке. И захотелось нам сарделек. Видите? Сегодня прям очень тепло. Тридцать один. Мы сегодня были на рыбалке. Поймали 4 карася. 2 я и 2 Миша. Рыба есть. Нам хватит на раз пожарить, поесть. И все-таки вот это вкуснее. Из микроволновки? Угу. Я же офигела. И знаете, еще кого привезли? Клеща. Слава богу, он был на одежде и как-то это, ну, смотрю, по полу ползет. Матерь Божья. Рыбаков много. Хорошо, да, Мишунь? Угу.
Оно было ветрено. Прям очень. Там еще макароны есть. Достаточно. Все прям раскрылись. Даже чересчур. Пионы. Розовые тюльпаны очень хорошо открылись. Я смотрю, они прям подросли. Они были коротенькие, прям на как выросли. Приятного аппетита!